Радио «Вера» представляет. Актуальная тема. Сегодня 2 ноября, Димитриевская родительская суббота. О поминовении усопших священник Алексей Тимаков. Мы знаем, что Куликовское поле – это место, где родилась, по сути, своей Россия. Как сказал замечательный наш историк Гумилев, на Куликово поле шли суздальцы, владимирцы, тверичи, москвичи, серпуховчане, а возвращались русские. Это действительно такой великий судьбоносный момент в истории нашей отчизны. Есть предание, по которому преподобный Сергий поминал всех усопших на поле брани еще во время битвы. Все сутки он поминал, потому что видел каждого, кто отдал свою жизнь за веру и отчизну. И это очень-очень важно. И вот это такая специфическая русская родительская для нашей страны, для нашей отчизны, и очень важна. Важна память о всех, кого мы помним и любим. Ведь, в общем-то, по моему глубочайшему убеждению, спасаются те, которых любят. Безусловно, спасаются и те, которые любят. И поэтому по нашей любви, поминая всех людей о здравии, своих родственников, весь свой род, всех знакомых, всех близких, всех благодетелей, мы отдаем им ту или иную свою сердечную теплоту. Отдаем и поминаем и просим у Бога помощи. Потому что и благодаря нашим молитвам они могут услышать ее, и даже если что-то мешало им в жизни соединиться с Богом, они могут в этот момент как-то измениться и встать перед Богом по-другому. Молитвы очень многим людям помогают и ведут к спасению души. Актуальная тема.